Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Вновь у нас рубрика «Вкусвилл». Сегодня на обзоре шницель куриный в яйце с картофельным пюре. Масса 210 грамм, стоит 303 рубля. Вот так вот он выглядит. Оценка 4,9 довольно хорошего, голосов много, 11200. Вот, большинство отзывов хорошие, хотя есть и негативные, ну это классика, но в целом оценка высокая. Давайте разбираться. В состав у нас входит следующий: картофельное пюре, состоящее из свежего картофеля, молока 32% жирности, масло сладкосливочное 82,5% жирности, филе куриной грудки охлажденное, яичный мелан жидкий пастеризованный, мука пшеничная высшего сорта, луковый сок, лук свежий, масло подсолнечное, соль, перец белый молотый, укроп свежий. Ну, состав весьма хороший. На 100 грамм продукта у нас 7 граммов белков, 9 граммов жиров, 11 грамм углеводов и 153 килокалории. То есть довольно блюдо некалорийное. Вот. Изготовитель у нас кулинарная фабрика «Ресторан дома». Производится Московская область, городской округ Подольск. Ну что, как-то вот так. Ароматика приятная. Давайте разогреем и будем дегустировать. Ну что, это разогрелось. Пахнет очень приятно. Выглядит тоже довольно аппетитно. Вообще, шницель я уже пробовал. От Вкусвилла, правда, не с таким гарниром. Шницели были весьма неплохие. Давайте попробуем. Шницель отменный. Пюрешка тоже вкусная. По специям. По консистенции весьма приятно, весьма приятно, очень вкусно. Шницель, в принципе, так ломается вилочкой, можно без ножика. Да, такой небольшой вкусный перекус. Порция небольшая, 200 грамм, но на перекус вполне себе. Единственная проблема — это, конечно, цена. Ну, 300 рублей, конечно, это перебор. Ну, 200, на мой взгляд, максимум. 150-200 рублей за такую порцию — это потолок. Конечно, 300 рублей дороговато. Дороговато, как по мне. Но весьма вкусно. Хороший шницель, хорошая пюрешка. Весьма приятно. Ну что, ребят, доел, в принципе, с удовольствием. По вкусу это твердая четверка. Хорошая картошка, вкусный шницель. Однако дороговато. Общая оценка 4 балла из 5. Рекомендую брать по зеленому ценнику или по скидке. Очень хороший перекус. Нежирный, весьма приятный, хороший шницель и хорошее картофельное пюре. Поэтому твердая четверка можно брать. На этом все. До новых встреч. Пока.